Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need... Йо-йо-йо, с вами Стаффи. Сегодня у нас сервер под названием Титан РПГ. Это МТА. Сегодня... Мы будем его обозревать. Давайте мы сначала заедем в где покупать одежду. Поедетесь вы на около автошколы, так уж вы сразу можете сдать на права. Но для этого вам нужны деньги. Так, давайте зайдем сюда. Здесь очень много скинов, вот такие. Я вам сейчас покажу. Некоторые скины я случайно пропускаю. Вот такие тут есть скины. Мужчин очень много, женщин очень мало скинов. Ну, сейчас я вам все их покажу. Вот этот вот прикольный. И вот этот самый дорогой. Так, вот теперь женщина. Так. Больше нормально это вот это. Я хожу с таким скином. Заходите на сервер. Как всегда, это... Сейчас мы поедем... Сейчас я вам покажу. Также... Когда вы сядете, ваша машина не поедет. Чтобы завести, нажимайте на двойку, она завелась. Так. Теперь, чтобы... Так, сейчас я посмотрю, где я. Так, просто сейчас прямо проеду. Что надо вам показать? Так. Так, вот я на своем Nissan GT-R езжу. Его немножко переделали. Так, если вы найдете вот такой вот желтый... Как вы видите, машин немного. Вот такой желтый кружок, это... Это как бы метро, можно сказать, остановка. И чтобы... Вам надо... Вы вроде бы здесь, но давайте мы отправимся сюда. Вот так вот вы будете, нажимаете отправиться, и вот так вот вас будут переносить туда, как будто вы едете. Извините за кашель. Так, теперь, как вы видите, мы едем. Летим, едем, не знаю. Ну окей, так. Как вы видите, мы уже приехали. И вроде бы вы появляетесь вот здесь, вот. Так, как же... Здесь есть вот такой маркер. Если вы нажимаете, здесь можно... Написано это санки, но это не санки. Это вот это. Странно. Раньше это реально санки были. Санки были прикольные, но это не санки теперь. Вот такие вот санки типа. Ну, мне они нравятся. Я это себе оставлю. На F3 как убрать предмет. Тут есть респаун, ТП, убрать, сдать на утилизацию, игроку, двигатель, фары, починка, открыть, закрыть двери и метка. Это где ваш транспорт? Так. Тут также дается мопед за 0 и... АК почему-то без дверей, которые сейчас двери отпали почему-то. Окей, и такая вот АК. И тут, как мы видим, множество дверей. Не знаю, баг какой-то. Для новичков такси бесплатно. Бесплатное такси только для новичков, как вы видите внизу. Заходим в автошколу. И, как вы видите, я не помню, сколько там дается... Вы нажимаете и тут можно или купить за 5000 себе, или вот проходить вот так вот. Там на вопросики отвечать. Давайте мы сейчас с вами выйдем и поедем до другого. Так, на чем же мы поедем? Давайте
на дрифтовой машине, я на нее дрифту ставил чип, но почему-то недавно чипы, ай, как лагает пацан свою машину, заспавил так. Так, это машина для дрифта, почему-то FPS слишком очень быстро сейчас пропал. Так, как вы видите, это машина для дрифта. Если что, я сделаю отдельное видео по моим читам. Ой, каким читам? Чипам. Так, это заправка у нас. Надо было вам заправку сначала показать. Ну, окей, потом. Попозже. Так, и мы вот так в дрифте заходим. Оп. Почему-то FPS проседает. Так, вот это у нас автосалон. Тут вот такие вот машины. Как вы видите. Их очень здесь много. Вот такие вот машины. Вот мой X5. X6M. Range Rover. Audi R8, BMW M5 F10. Да, вот такие. Давайте нас до след... Спасибо, пацан. Давайте на следующем мы поедем на моем X5. Если правда, X5 он самый мой крутой, потому что недавно здесь переделали по ходу. Или я просто не привык. Переделали немножко Nissan GT-R, и он мне теперь не нравится совсем. Я его собираюсь, наверное, продавать. Он стал вообще некрасивый. Раньше было даже лучше. Если мы нажмем на F1, тут также будет это восстановить, починить. Также падает. И снег отключаем. Снег пока падает тут. Ну, мне больше со снегом нравится играть. Да. Там также есть кнопочка Kill. Так, здесь сейчас мы едем к салону ВАЗ. Русский автопром, как раньше называлось. Почему-то FPS. Ну, тут игроков. Что-то наспавнили. Ой, тут вообще FPS проседает. Ну, ничего, надеюсь, что вам не так уж и лагает. Так. Разбито где-нибудь стекло? Нет. Окей, давай. Тут у нас есть АК. Запорожец. Москве 412. Шестерка. Тройка. Семерка, двенашка, 99-я и приора. Так, пойдемте. Так, это где у нас там? Блин, я правда забыл. А, вспомнил. Так, здесь у нас эта работа этим. Работа водителя автобуса. И здесь также можно покушать вот так вот за 200 рублей. Давайте на следующем мы поедем на мой... На... Мерседес... Не знаю. Мерседес. Да. Правильно, наверное, прочитал. Так, давайте едем. FPS проседает очень слишком, но ничего. Так, сейчас мы поедем в СТО. Покажем СТО. Я также буду на этом сервере снимать. Так, заезжаем в СТО. И пишем. Ну, нажимаем на И. Русскую. И тут мы также можем все вот такое у нас СТО. Ну, обычное. Ну, выходи, все. Я просто И плохо нажимается. Так. Так. Поедем мы, где номера устанавливать. Так, заезжаем. Заезжаем вот сюда. И тут у нас стоимость типа номера белорусский, украинский, казахский и русский. Русский вот такой, казахский, украинский и белорусский. Давайте проверим на русском. Он стоит вот столько рублей. Ставим там, например, нет, А777, А 777. И вот так вот столько стоимость мы покупаем, и у нас номер меняется. Так, давайте поедем дальше. Тут у нас
по дороге у нас будет заправка. Давайте заедем на эту заправку и заправимся. Так, можно заправляться самым дорогим. Я, наверное, буду заправляться самым дорогим. Так, и однёрки, чтобы заправиться полностью. Так, 50 литров в нее входит, как я вижу. Так, поедем же мы дальше. Так, следующий у нас там находится. Так, когда я приеду к следующему месту, я включу запись, а пока я верну через раз, два. Итак, ребят, я вот уже практически подъехал и хотел вам показать, как тут штрафы произносятся. Вот тут, я знаю, тут у нас камера, оп, и у меня вы превысили скорость 110 километров, штраф 2800 рублей. Да, оплата наличными. Если у вас столько денег нету, то вам дается звезда. Чем больше звезд, тем дороже оплата. Если у вас одна звезда, чтобы ее снять, вам нужно 20 тысяч. Да, очень дорого. Если у вас эта звезда, то вы не можете телепортировать к себе эту машину. И вам не дается тут бонус. А бонус это 40 тысяч. Да, довольно много. Так, вот мы заезжаем на тайный бой. Мы выходим из моей машины. Проседает почему-то. Так. Окей, вот все, вроде бы он поднялся. Так, давайте бежим вот сюда. Так, тут, как всегда, чья-то машина. Заходим сюда. И у нас здесь... Ха, странно. Раньше здесь можно было... Вот так вот заходишь и грузчиком. Но здесь только теперь работают дальнобойщиком, не знаю. Вы выбираете самый прибыльный. Это вот это. И мы едем. Давайте я сейчас перед вами даже протестирую. Ехать здесь недалеко. Совсем недалеко. Как вы видите, на карте у нас появился такой маркер. Такая галочка. И на эту галочку нам надо приехать. Я уже знаю, где она. Она у нас... Покажу, где, если... Офигеть. Дерево как взлетело. Окей, поехали. Так, ну, вот здесь также можно ехать. Как бы логично. Так, буду говорить немножко погромче. Просто я буду опять музыку накладывать, а музыка будет громче меня намного. Так, я верну через раз, два, три, когда я уже приеду. Раз, два, три. Чёрт. Итак, ребят, я уже практически подъехал, осталось совсем немножко. Мы едем здесь. Если вы... Так, на карте. Я не знаю. Когда буду монтировать видео, наверное, введу, если вы не увидите. Ну, если вы очень у меня внимательные ребята, то вы увидите, где это. Я включаю карту, и вы должны... Нет, вы пока не увидите. Когда я подъеду поближе, надеюсь, вы увидите, где это. Метка, потому что я тоже долго не мог найти. Просто ехал, и ехал очень долгим путем. Вот поэтому вот так вот. Ай, ребят, ну да, конечно, я плохо вожу. Так, едем. Так, когда мы уже подъедем? Так, вот, мы уже подъехали, я включаю карту, надеюсь, вы увидите, где я. Я в нижнем левом углу. Если вы увидели, то вон я. Мою стрелочку такую. Ну вот, вы заезжаете на это, и к вам, как вы видите, вот там 120 тысяч плюс рублей 120 тысяч, да. Также я сейчас поеду на чем? На X7, на пятом. X5. Так, кстати, чтобы посмотреть салон, просто нажимаете на L русскую, и вот у нас тут салон. Вот так же у нас тут спидометр работает. Все как надо. Так. Так, мне ехать долго, поэтому просто доедем. Тут есть
остановка. Поэтому мы просто сейчас подъедем. Эх, пацан, круто. Тоже когда-то у меня была Ламборгини. Ну, не такая. Похуже немножко. Давайте, я тут знаю. Так, на, вот сюда центр ЛВ. Да, в ЛВ. Отправляемся в ЛВ. У меня 15-й уровень. И да, чтобы работать вроде бы дайнобой, я не помню. Вроде бы нужен 15-й... Да, вроде бы. Не, вроде бы да. Нажмем на F5. У нас система кланов. Создать клан целых 20 миллионов. Это очень много приглашения. У меня нет приглашений. Состав клана. Тут много. Я новичок. Да. Да, я новичок. Так, в этом клане не буду полить клан. Так, не пиар клан у меня все-таки. Так, вот здесь мы играем, и это эксклюзивное авто, как раньше называлось. Вот у нас есть лимузин Audi RS7, которая у меня раньше была. Lamborghini, не... Ну, короче, сами поймете, какие. Так, раньше у меня была вот именно вот такая. Я всегда хотел Lamborghini Aventador, поэтому все время копил на нее, но нет. Вот такая у нас, вот такая, вот такая. Ну и Bugatti Chiron. Их очень много, этих машин. Машин. Так, опять я. И куда ты бежишь? Да, бывает такой баг, что я бегу назад, а он бежит, видите, вперед. И в сторону бегу тоже. Поэтому иногда надо киляться. Да, когда вы умираете, вам надо платить 5000. А чтобы вы выздороветь, на там же 500 рублей. Так, и мы как раз заспавились в той больнице, где японское авто. Сейчас допрыгиваем сюда, и вот здесь у нас Тойоты, Ниссаны, вот, смотрите, вот, Тойота Супра, вот такая вроде бы у меня раньше была, это тоже была, так, опять что-то взорвалось, это тоже раньше было. Да, у меня, наверное, на сервере все эти машины, не, вот это вот не было. Потому что тут каждый раз добавляются новые машины. Ой, я одну машину пропустил. Так, это Lexus. Вот такой. Toyota Camry. Это у меня Toyota Camry, и этот Lexus тоже у меня был. Раньше это был, как я помню, Toyota Land Cruiser. И Nissan GT-R. Вот Nissan GT-R. Да, его изменили. Вроде бы у него спойлер был. И зад немножко изменили. Мне такое не нравится. Раньше было лучше. Так, вроде бы я вам показал все авто. Автосалоны. И это у нас банкомат. Если мы зайдем, тут у меня баланс 0. А положить я не могу. А снять у меня все равно ничего нету. Давайте возьмем мой X5. Чтобы телепортировать, нам нужно 500 рублей. Да, дороговато. Ну ничего. Так, давайте сейчас я посмотрю. Я сейчас в этом городе. Я вам не показал. Окей, давайте сначала я вам тюнинг покажу, а потом покажу вам это. Как ложить денежки. Так, поехали вот сюда. И вот здесь вот у нас должен быть тюнинг по карте. Да, я уже здесь был и знаю, что здесь у нас тюнинг. На свой X5 я ничего буду не делать, ничего тюнить его не буду. Здесь у нас также дома можно купить. Ну, дома я не буду. Так, это у нас СТО, которое я вам показывал, а это у нас тюнинг. Вот мы... Тут задние и передние колеса, и тут также можно развал, ну, с такими с первоначально ничего, а если мы возьмем, вот у нас мы можем переделать, задние, например, поставить вот такие,
поставить вот такое, это вообще вот так, это вот так, это как-нибудь вот так, да, упороться. И сделать вот так вот, а это вот так вот. А, нет, оно вместе меняется, вот так вот, вообще упороться, и вот так вот. Выглядит вообще вот такой. Ну, я не буду оплачивать, и там также цвет можно сделать колес разный. Ну, я не буду делать, потому что не надо. Не хочу я на свой X5 что-то делать. Так, давайте мы... Да, как же нам положить на... деньги. Банкомат. В банк. Так. Сейчас я приеду быстренько на своем X5. Я на нем, наверное, буду менять. Нет, я вообще, если правда, продаю свой Nissan. И, наверное, дрифтовую тачку не буду, а это повседневная у меня будет, наверное, X5, потому что он реально мне очень нравится. Так, давайте сейчас поедем. Так, вот сюда, вот сюда. Так, вообще долго ехать, но ничего. Потерпим немножко мы. Так, вот уже здесь вот у нас будет такой человечек зеленый. Так, мы подъезжаем. Сейчас я вам также покажу. Вот, как вы видите, на карте... Черт. На карте тут есть такой зеленый человечек. Мы к нему подъезжаем. Черт, мышка. Так, где? Вот. И выходим из своего... Я выхожу из своего авто. Убираю, чтобы никто его не украл. Можно, конечно, его закрыть. Но я не хочу. Заходим просто на этот маркер. И тут можно нажать положить. И мы можем, например, положить 1000... Положить, и у нас минус 1000, и если мы заходим, тут у нас 1000, и можно также ее снять, все нажму, и все. Все, что у нас там было, никуда эти деньги не уходят, не бойтесь. Так, вот, вроде, смотрите, он приехал на своей Audi R8, вроде бы, так, вроде бы я вам показал все, да. Подождите, я на карту посмотрю. А, нет, я вам еще не показала одно. Так. Так, вертолеты. На вертолету лицензия стоит 1000 рублей. Ой, не 1000, а 1 000 000 рублей. Поэтому дорого. Ну, вертолет, это, конечно, дорого. Так, вроде бы самый дешевый дорого стоит. Ну, я не помню, но сейчас я подъеду. Наверное, я сейчас долго ехать. Я, наверное, сейчас посмотрю. Так, где? А, ну да, сейчас просто прямо, и там будет тот самый маркер желтый, где можно... вот. Где можно... Оп. Так, мой, давай... кстати, я вам также буду посвящать, это будет отдельный ролик, как ставить чипы, потому что многие, да, не знают, как ставить чипы, но, может, некоторые знают. Так, мы, наверное, телепортируемся к этому. Раньше было очень все легко, просто нажимали на клавиши, и можно было телепортироваться. Ну, сейчас эту функцию убрали, и теперь надо вот только вот так вот можно, или доезжать. Потому что если я вроде бы кликал на разные, так, это у нас убрать. Это консоль, это... Да. Нажимаем на F9, и тут у нас есть помощь, правила управления, донат, имущество и зима. Так, мы это закроем и побежим у нас. Так, респаун, ТПС. Я скоро так все деньги потрачу, ну хотя нет. У нас ролик уже близится к концу. Он, пацан, вообще тачку затюнил. И не надо мне писать в комментариях, что у меня лагает. Просто, конечно, будет лагать, но я снимаю, причем на видео качество видео немножко становится хуже. Ну, вот тут вообще подлагивать. Мышка, не бегай тут мне так сильно. Так,
То есть не лагает вот так вот. Вот, видите, что у меня с мышкой вообще. Так, помогите. Давайте от первого лица, но от первого лица тут вообще не очень. Так, вот. Вот тут вот обычно все вот, максималку проверяют или рифтуют. Там также СТО есть. Так, и где-то вот тут, да, вот видите, самолет. Не вертолет. Так, самолет. За дрифт, конечно, вам дается денежки. Вон там, видите, плюс 2 рубля. Это я задрифтил. Тут также показывается, сколько. Вот, самый дешевый вертолет, он стоит 10. Чё, мышка? 10 тысяч. Так, вот такие вот тут есть вертолеты. Самолеты, вертолет. Да, мышка. Также можно нажать на тест-драйв, но у меня недостаточно на тест-драйв. Я не знаю, сколько тут минусуется. Я не знаю, да. Вроде бы я вам рассказал о всем и, наверное, буду сейчас заканчивать видео. Да, я был на сервере Титан РПГ. Заходите, можете находить меня, я напишу вам привет. Ник у меня Егор. Один бро. Да. Стафи, я. Но раньше у меня был такой ник. Изменить не могу. Также, может быть, когда-нибудь мы запишем с Фридом. Если вы не знаете, кто такой, просто заходите на меня интересный канал, и там будет Фрид. Это мой друг, мы с ним вместе иногда снимаем. И мы, может быть, будем от бомжа к миллионеру такую шоу делать. То есть мы все свои создадим новые аккаунты, хотя нет, не знаю. Может, этого не будет. Наверное, не будет. Ну, можно было, типа, все продать, все деньги как бы убрать, посмотреть, сколько это, и, типа, снова опять все делать, типа, от бомжа к миллионеру, вот так вот. И все. И вот так вот у нас все делается. Так, да, тут, чтобы писать в чат, например, давай на... Ну, там 500 рублей вроде бы снимается, вы весь, не помню. Так, ну, вроде бы, я был на сервере Титан РПГ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Заходите на этот сервер. Ссылка на его группу будет в описании. С вами был Стафи, и до новых встреч.